Плюс дети читают стихи для лабиринта.ру. Татьяна Варламова. Лень. Читает Муройкин роман. 9 лет. Повсеместно. Каждый день мне в делах мешает лень. Ходит, словно хвост за мной. Не дает ни в чем покою. И всему наперекор вечно лезет в разговор. Вот пример. Трамвай еду пообедать в гости к деду. Входит бабушка в трамвай. Лень мне шепчет, не вставай. Утром в школу собиралась, не опаздывать стараюсь. 2 контрольных впереди. Слышу шепот, не ходи. Дома делаю уроки. Снова гнусные намеки. Лишь пример я написал. Лень мне шепчет, ты устал. Я хочу помыть посуду, поднести, убрать повсюду. Дома будет радость всем. Слышу шепот, а зачем? Лень коварное создание, нет для лени оправдания. В том, что сплю я целый день, виноват не я, а лень.